там дальше объясни, почему так происходит, стало неинтересно, ничего не ждешь. То есть ничего не то, что ничего не ждешь, ничего не ждешь из того, ну не ждешь старых друзей, не ждешь Нового года, никаких праздников, из того, что знаешь, ничего не ждешь. Why happened like this? That you don't wait anymore anything. Like you don't wait for your old friends. You don't wait for New Year. You don't wait for something new in your life. Не то, что нет особого такого желания, чтобы повторялось. Не то, что это плохо. Это маленькое желание. There was no desire to. Чтобы вот эти друзей хочется увидеть, но это небольшой, не увидишь, не достаточно. He wants to see his friends, but this wish is not so big as before. What? Not big? Not strong as before, this wish to see old friends, to New Year to come. С другой стороны, очень хочется. Я не все время ждешь какого-то совершенно нового. Ничего-то совершенно нового, чего не случалось, All the time he waits something new, which didn't happen before, something to happen. This he waits very much. Почему? Why it happens like this? Mind always exists. Ум всегда существует. Something new. С тем, что является Should чем-то новым. Что-то новое должно прийти. And also, like you say. И вот ты говоришь. Not waiting much now. Not waiting for New Year's. Не ждешь вот таких вот вещей, как Новый not год. Not waiting особо. For meeting the friends. Встречать друзей. Like before. Как раньше ты ждал этого. Before just thinking, oh, New Year is coming. Раньше ты вот был так возбужден, ожидал, приготовлялся. People prepared 3 months before. Люди за 3 месяца готовятся к Новому году. Making plans. Планируют. Go to market, buy this. Едут на рынок, покупают вещи какие-то для этого. Party, dinner, dance. Чтобы вечеринку, ужин организовать, танцы. Because in their life, потому что в их жизни not so much joy. Нет особой радости. So when this type things coming, Christmas come, поэтому когда New Year come, такие праздники приходят, New, or any party coming, Новый год, Рождество или какая-то вечеринка, and then they feel, okay, enjoy. И тогда вот они думают, ну вот, сейчас and я буду наслаждаться. Festivals и вот эти happen фестивали, in year 2, 3, 4, like this. And then they waiting. Waiting for it. Они редко происходят, и люди ждут их, поэтому. There all energy to looking outside. Вся их энергия направлена на то, чтобы ждать вот этих вот внешних праздников, когда они наступят. When I go somewhere and I meet somebody. Когда наступит Новый год, я поеду, вот я буду с друзьями общаться. But if you Но если more with yourself. Становитесь больше и больше с самим собой. With yourself means you mostly enjoy more joy. It is not like excitement. Это не Maybe you такое, more quiet. Не такое возбуждение, как more обычно. Silent. Вы более спокойны, более расслаблены, тихие. Not excited. Наслаждайтесь собой. But more quiet, more with более you. В тишине. When you coming more with you, become more И когда quiet, вот это more, происходит, more silent, more relaxed. Более расслабленный становится. So relax and joy together will be. Расслабление Before, и радость они вместе joy идут. And sadness watch. Раньше было радость Mostly и печаль. В основном and then печаль, when joy movements coming, грусть, waiting for когда... that, at this date, we will enjoy. И вот вы живете в печали и думаете, After что придет день, will be new будет year. Праздник, и я буду рад. After 6 months will be через полгода, например, my birthday, придет мой день рождения, or somebody's birthday, или чьё-то, чей-то день and рождения, we can enjoy. И вы сможете наслаждаться, радоваться. Because you not enjoying all that. Потому что вы не наслаждаетесь Therefore, все waiting время. For it. Поэтому вы ждете And excited этого. About it. И вы возбуждены об этом. But when по you really enjoy or more relax, coming more Когда your вы energy with you, самим собой, slowly, ваша энергия slowly, с вами, outer enjoy will собой, be finished. Наслаждайтесь, и внешние вещи потихоньку заканчиваются. Outer enjoy will
gone. Потихоньку внешняя go, радость, gone. Она заканчивается. You all the time mostly relaxed. Все время вы в основном расслаблены и в наслаждении собой. Mind only exists when outside something happens. Ум существует только тогда, когда внешние вещи какие-то происходят. When anything new not happening, mind вот. Get boring also. И когда вовне ничего особого не происходит, ум начинает скучать. So-so, not so much happening, not so когда much, все так just потихоньку relax, идет. Shanti, quiet, are with you, then mind will not have power. И вы находитесь mind внутри finishing. Себя, расслабленный, особо mind не возбужденный, по поводу чего. Ум начинает скучать, ему нужно какое-то шоу, что-то какое-то возбуждение. Has to happen. Нужно, чтобы вовне что-то происходило, движение, экшен какой-то. Like in your life. Вот в вашей жизни, например. You meeting two people. Встречаетесь. Like a man, woman. С человеком, как вот, допустим, girlfriend, мужчина boyfriend. И женщина, парень, девушка. And soon they want be married. И скоро вы хотите do marriage now. Пожениться. Marriage means we have fix. Пожениться означает with each other. And we calling all the friends, all the relatives. Мы друг с другом заключим брак, позовем this is just excuse. Своих друзей, вечеринку. Big party. Это просто причина для того, чтобы вечеринку сделать. And then when this excitement finish, и когда вот это finish, возбуждение заканчивается, вот это воодушевление. And then they waiting next year when same date coming. А и каждый день, каждый год вы ждете, когда этот день придет. Anniversary. Ваша годовщина. Making very much. Big party, okay, my marriage anniversary. Да, вы делаете my marriage вечеринки, 20 создаете. Years happened now, вот now 10 years happened. Some excitement should be. Со дня свадьбы какой-то. Because really they not enjoy all the time. Что-то важно такое большое праздник. Потому что в настоящей жизни when они you на самом all деле the time не наслаждаются. Enjoy slowly all your special joy finish. Because you already enjoy. Если бы вы сами наслаждались собой, you то вся ваша внешняя радость relax. Потихоньку ушла. Already не celebration бы happening inside in you. Even nobody is there, you are alone. Даже если you вы enjoying. Никого нет вокруг вас, вы все равно then наслаждаетесь сами this собой. Excitement finish. И потихоньку out. Вот это вот воодушевление, возбуждение like we have от внешнего in India, we have also some festivals. It's called Holi. Вот colorful в Индии есть фестиваль Холи, такой Дивали, Дивали, very lightning очень festival, много всего происходит making light, фестиваль, fireworks, люди фейерверки запускают, everybody go in each other house, друг другу в гости giving ходят, gifts, meeting, подарки eating, дарят, кушают вместе, celebrate with each other, празднуют друг с другом. But if you celebrate all the time, you если, always in Holi. Если бы вы праздновали от момента always к моменту, постоянно, вы бы всегда были always в холле, всегда было бы Дивали, всегда был бы Новый every год day, у вас. New year. Каждый день был бы Новый год у вас, этот праздник. Then automatic waiting of finish. И тогда автоматически вот это ожидание, оно закончилось бы. So it will happen. Вот это будет происходить. Slowly, slowly your потихоньку, outer потихоньку excitement, outer joy will be ваша go. Внешняя will go. Радость, ожидание joy. Радости, оно закончится, потому что вы already будете сами enjoy. Собой. Only one thing can happen when you are very much joy, full of joy. Единственное, что может произойти, когда вы очень сильно наслаждаетесь friends, собой. Meet the friends. Вы встречаетесь с друзьями, чтобы joy. Поделиться этим. This can happen anywhere. Это может anytime. Случиться где угодно, в любое время. This is not special to wait for New Year. Не нужно ничего специально ждать, or wait for дня. A special day. But this day is making, because people are но not эти all the time даты joyful. Люди okay, создают для date, того, чтобы, потому что они не наслаждаются каждый момент. Some shopping. Какие-то покупки делают. Shopping some sweets, some food. Сладости, еду eating покупают, together. Кушают вместе. And then slowly, like this. If like you are here. Если вот вы, вот, например, здесь. In Goa. В Гоа. Every day you go in restaurant. Каждый день вы идете в ресторан. Eating. Ходите, кушаете. Drinking. Пьете. Same thing you doing in New Year also. То же самое вы делаете на Новый год. Те же процессы. And if you do every day same thing, then New Year will be not special. Одну и ту же вещь. Okay. Тогда Новый год не будет чем-то особенным. Every day I have same thing. То же самое у меня каждый день происходит. Whatever I doing in New Year, same thing. То, что я делаю на Новый год. I do same thing.
я делаю здесь каждый Every день. I go каждый день я иду в ресторан, in parties, на вечеринки хожу здесь. Drinking, пью. Celebrate праздную, every day. Then каждый New день. Year will be not special. Тогда Новый год не будет will чем-то okay. особенным. As он будет day таким normal. Же, как обычный день. But who not doing every day same Но тот, кто не делает вот это каждый okay, день, after months, не живет two так months, вот каждый день, six months тогда начинаешь ждать, New Year come. Через три месяца, полгода, One year after New Year come, then через we enjoy. Год, придет Новый год, no. и When you enjoy, я буду наслаждаться. Every day, every night, every day is your New Year. Когда every вы наслаждаетесь day собой, то каждый день, каждую ночь celebrate. У вас этот Новый год, этот праздник. And should be like this. И должно быть вот так. Every moment should be celebrated. Каждый момент Then outer celebration is no нужно праздновать. You are и тогда внешних, во внешних you празднованиях не будет нужды. And this will happen. И вот это будет as your enjoy coming more, по мере more того, more как with ваша радость внутренняя будет приходить больше outer и больше, enjoy finish. Внешняя радость будет заканчиваться. You not focus waiting ты не будешь for that. Сфокусирован you already, на внешних okay. вещах. You already enjoying the ты уже наслаждаешься. To wait. Only waiting, и ждать ничего who не надо. Are not enjoy. They ждет are waiting. Только тот, кто не наслаждается. When this day coming, when we meet people, when we have something ждет, together, когда мы людей then we enjoy. С друзьями встретимся, все это будет происходить очень Meditation интересно. Makes you slowly, slowly, you all the time, Meditация you are alone, вас. Celebrate, you are with anybody, celebrate. Празднующим и с самим собой, with, и с другими людьми, и с толпе вы празднуете. Где бы вы ни были, внутреннее inside празднование происходит. Всегда вы радостны Then внутри. You will not wait for и тогда вы не будете ждать Anything вот happened? Этих Very good. Внешних New праздников, come, специальных enjoy. Дат. Okay, okay. It is like okay, not very Это big thing. Будет для вас, not ну ладно, праздник, ничего особенного. Will be. It's like this. Ну так. So it's like that. But only this date you can Sharing. Но в этот день вы When можете many people is поделиться there, с людьми. Together, люди собираются, enjoying everything. Наслаждаются. If every day enjoying, then not so big difference will be. Если они каждый день наслаждаются, special one day, никакой особой разницы yes, нет. А если они you раз have this celebration, собираются, then will be different. Тогда будет по-другому. Like that. But otherwise, every day is celebrate. So this celebration when coming in you, more relax. И more quiet, это mind is getting less, then automatically not interested in outer things. Ум будет уменьшаться outer постепенно, you're not going. И твоя энергия your не будет уходить вовне, outside. Ты не будешь заинтересован во внешних be, датах для празднования. Only when your energy come back to you, только тогда, когда you, твоя энергия вернется к тебе, будет с тобой, without ты будешь reason. Наслаждаться без причины. No matter this should be or that Неважно. Так this has быть, to be or that или вот так должно no быть вовне. Matter. Не важно. No meaning. Не важно. You will enjoy никакого anyhow. Значения не имеет. Wherever you are. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался. So this you know. Вот это ты When знаешь. Very good mood, и, если у тебя, ты в хорошем настроении, very enjoy. Maybe that day is no any celebration, быть, no any special может быть, это обычный день. Никакого праздника And can в happen день when New Year you waiting? А может Maybe так случиться, day, что ты ждешь Новый год. You are very bad mood. Он приходит, а ты в плохом настроении. И все, so вот это ожидание new year твое every night, every day. Теряет смысл. Which day you are good, that is New Year. В тот день, когда Which тебе day you хорошо, want to share with people, тогда у тебя Новый want год, тогда to у тебя праздник. Friends, that когда is, ты встречаешься especially. С друзьями. Вот в этот день у тебя so Новый год, праздник. И это должен быть каждый so this день. Is just meaning your energy not looking outside much. Смысл только not в том, что твоя энергия outside. Не будет идти вовне, не особо inside. Интересно тебе будет so эти внешние come, даты, no праздники. Ты вернешься no к себе, и для тебя перестанет just иметь значение, что происходит every вовне. Day, every Ты будешь наслаждаться каждый день, каждый момент. Like вот так.